Эти флейты мы назвали «Флейта мира». Очень, знаете ли, актуальное название. Шесть игровых отверстий. Иногда бывает больше. Это в зависимости. Все флейты немножко разные. Целиком сделано из выращенного нами тростника «Арундодонакс». Он крепкий. Почти такой же крепкий, как бамбук. Но, в отличие от бамбука, тростник не трескается от перепада температур. Слушаем музыку. У нее несложная шестидырочная европейская система диатоническая, подобная, как у Тин Висла, у свирелей. У нее все флейты звучат по-разному. Вот у меня тут еще есть три штуки. Вот это, допустим, я сейчас играл, она в до, у нее первая базовая нота до, а, допустим, вот эту у нас она пониже, она в соль. Но каждую флейту мы отснимем на отдельное видео. Флейта мира.